Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил. Продолжаем играть в живую сталь. Извиняюсь, конечно, что так долго не было видео. В последнее время я говорил уже маленькие такие вот, ну, не проблемки, но задержки с видео, потому что у меня не хватает по времени. Не знаю, сколько это будет, но пока это имеет место быть. Давайте тогда сначала я буду биться с метро, а потом посмотрим, сколько я с ним буду биться. Давай, друг, давай, танцуй. Теперь ты иди сюда, мой белый хлеб. Так, и сейчас. Я уже немножко подустал, так что длительного видео точно не будет. Ох ты, прямо в блок. Может, через несколько месяцев я буду свободней. Так что посмотрим. Кстати, у меня на канале 12 тысяч подписчиков, и это круто. То есть они все прибавляются и прибавляются, так что наша армия растет. Может, когда-нибудь дойдет до 100 тысяч, я буду очень рад. Опа. Так, отходим. Так, держи, братан. Отходим, отходим. Смотрите, какой, а? Надо ему полбу дать. Еще короткий ударчик, ударчик, опа. Отходим. Давай, держи. Ага, корпус-то у него как, блин, в бетон бьешь. Так. Он же непрошибаемый вообще вот этими ударами. Оу, е, детка. Блин, ну вот долго он очень, вот этот удар готовит свой, очень долго. Может, сейчас что-нибудь делать, нет? Оп. Так, выносливость почти закончилась. Отходи. Еще держи. Ой, блин, на эту кнопку. Ну, тоже неплохо. Так, облом, второй удар. А, блин, а вот тут-то он мне нафигарил своим молотом. Я, кстати, начал фильм смотреть, «Живую сталь». До половины, правда, досмотрел. И воспоминания такие интересные. В принципе, я его в кинотеатре давно смотрел, но я его подзабыл. И решил более-менее вспомнить, что как и что это было. Хоть бы историю фильма знать, чтобы играть в эту игру. Ну, играть-то можно и без этого, но каких-то героев там вспомнил, что Амбуш дрался с быком. Неудачно, кстати, из-за главного героя. Вот. Увидел это все. Ну, посмотрим. В принципе, какие-то вещи я помню, какие-то практически не помню. Так что, я думаю, мне будет что вспомнить в этом фильме, смотря его. Опа. Ой, блин, танцует, танцует. Ну что, это геймпад, друзья, опять. Держи. Слушай, достал ты меня. Апперкот, апперкот. И давай в затылок ему. Отличненько. А теперь вот этим ударом, кстати, он, по-моему, победил Метро. Потому что они с ним дрались. А, вот это да, закусил меня. И все приемы, кстати, из фильма идут, я замечал. Практически все. Вот этот наступательный приемчик у Метро. Ох ты, класс, я его парировал. Ну-ка, здесь не смог парировать. Блин. Что-то у меня подтупливает геймпад, друзья. Да что ты? Давай, давай, давай. Да блин, удар, удар хотел сделать, в итоге нифига. Да что ты, бей ты его. Что-то он мои удары вообще не чувствует. Отлично. Потанцуем. Давай. Я не знаю, что это за танец у него, но какой-то имеет... Наверное, там в фильме покажет тоже, как он танцует. Я пока этого не видел. Опа, и я промазал. И, блин, давай. Отлично. Давай, друг. Хочу голову ему оторвать, но, наверное, вряд ли получится. Оп, смотрите, как он ушел. Бум. Один удар, четыре дырки. Потанцуем. Ну что? 10 секунд, друзья, им повезло.
А я пока потанцую. Ладненько. Он устал, наверное. Хотя, фиг его знает, ему уже очень плохо. Я сделаю одну руку. Не буду силу увеличивать, потому что, мне кажется, метро и так пострадал. Ну что? Оу, блин. Промазал. Да что такое-то? Ладно. Выносливость. А вот так, если... Можно еще повторить. А, второй раз не получилось, да? Ух ты! Вот это кулачище, друзья. Ну и держи тогда. А все, думаю, он не оправится после этого удара. Оп-оп, потанцуем. Ну что, давай, вставай, что ли. И... Ну, победа. Кто бы сомневался. Надо потом в онлайн зарубиться. Не знаю, давно очень не играл. Попробую. Будет время. Порубимся с вами, поиграем. Так что, ну, всем спасибо, кто меня смотрел. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. И до скорых встреч. Пока-пока.